Интернет проник уже во все сферы нашей жизни. И, по большому счету, он должен все-таки подчиняться даже не просто элементарным, не просто законам, формальным, юридическим правилам, но и моральным законам общества, в котором мы живем. Иначе это общество будет разрушаться изнутри. Если моральные законы в нашей стране представляет Владимир Путин, то позвольте мне быть глубоко аморальным. Да? Когда он открывает рот на эту тему, то позвольте мне как-то быть в любом случае на совершенно противоположных позициях. А там, к сожалению, мы сталкиваемся с чем? Не только с призывами выходить на улицу в рамках несанкционированных там, уличных мероприятий, с вытаскиванием тоже на ту же улицу, да, для того, чтобы там похулиганить, подраться с полицией, а потом за детей спрятаться. Тут ведь все понятно. Детей вспомнил, да, а все в связи с этим вспомнили Остапа, да. Значит, дети нуждаются в нашей защите, конечно. Они дотаптывают интернет к выборам, это совершенно понятно. Под этим соусом прекрасным они будут дотаптывать интернет. Интернет, который они не до конца контролируют, они его загаживают как могут. Они, да, огромные средства на загаживание, на контроль, но они его все-таки не до конца контролируют. Мысль затоптать окончательно не покидает их скорбные головы. И они это собираются делать. Выборы скоро, и они очень намерены, видимо, к выборам интернет посильным образом затоптать.